Итак, мы... Ну, то есть я нашел это здание вроде как. Вот этот мост характерный. Бежим. Было немного. Я наконец застиг поместье лорда Дрейгера. Он был атакован, но нежитью и, ну, двумя пауками Дедра. Я решил не прерывать их, так как очень устал. Доргер был убит Сурелью и Громовартом. Именно Сурель сохранила мне жизнь, а могла ведь легко убить. Призыв паука Дедра требует больше силы. Я искренне не надеюсь, что наши дороги не пересекутся вновь. Даргер умер, убийцы ушли. Нужно обыскать поместье и найти награду, обещанную мне. Ага. Так, что это дает нам? Так, ну и тут всякие перчатки, они мне нахер не нужны. Поместье. Туалет. Туалет. Так. Надо найти награду. Как бы из этого трибунала постройки такие. Угу. Стревает Норлинг высокий. Пыльный коврик, ага. Стрела. Лук Даргера. 2 на 24. Ну, вроде неплохо. Я этот... Меткость до 50 прокачал. Можно луком попользоваться, в принципе. Стрелу только совры. И да, конечно, собирай. Все собрал. Ла-ла-ла-ла. Крыса. Так.
Даргера. Запарил он меня, может так. После прочтения дневника Даргер обнаружил, что он намеревался восстановить портал, который принесет его в зимнюю долину. Этому необходим алмаз, который у меня есть, а также гибрид эбонита из эбонита шерста на юге. Ему понадобится еще просто, который, по его мнению, лежит в убежище полуследних магов на западе. А если он упомянул, что искать телепорт находится в пещере на горе на севере. Ёба, сейчас банит, а она... Грёбаная. Так, вышли. Мне пришло снова. Так. Оказывается, все-таки ключи поныканы. Что-то помню, давно проходил, что-то ключи, ну как проходил я. Не прошел. Так, туалет откроем. Ключ от эбонитовой шахты. Давайте покачаем. Что качнется? Оба, 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 оба. Две реки напали. Ага, дедрическая секира, 90 килограмм, тяжковато. А. Ага. Так. Ну, в принципе, могу. Дедру накидать где-то шляпы. Да. Секиру взять. 50 тысяч на дороге не валяется. Так, ну что ж. Надо искать эбонитовую шахту. Так. Череп какой-то. А, я забыл кузнечное дело прокачать. Вот я дурак. Так. Пойдем искать этого. Бонитку.
На нас. Червяки. Баня-то шахта. Уровень замок 100. 55 прокачал. Блин, надо было все-таки докачать. Не лениться. Ну да ладно. Полностью прокачанным тоже хреново быть, да? Хотя, как сказать, правда. Так, 14 кусков. Эбоника. Пожалуй, хватит. Нам надо гибрид какой-то. Как его сделал? На конце. Там-пам-пам-пам-пам. О, что такое? Контент гибриды. Кстати, люк. Принеси 12 машин кусков абонента из шахты, обратите материал. Открыть люк и выберитесь. Ага. А вот он, гибрид и баня-то. Ну все, походу, я сделал. Да? Хотя бы текстурку поменяли, что ли? Ну да ладно. Теперь нам надо... Так, гибриды банят весь из-за... Вот он еще посох, который, по его мнению, лежит в убежище под славянных магов на западе. На западе. А где этот запад? Я это что-то маленечко не понимаю. Свернемся к дому и оттуда пойдем искать дальше. На скорость соточки всего, блядь. Медленно, медленно. Давай думать. Абонент в шахте на юге. Значит, она была там. Юг там, а север там. Туда запросто. А, хрен его знает. Ну, пойдемте искать.
Походу, я уже был. Что я тут делал? Что-то нашел. Так, он в пещере. Так, ключ от камня на пещеру, значит, сюда. Важно, не дополнил. В поисках посоха я наткнулся на большую пещеру под Барбунжайлом. Ага, лабиринты какие-то. Ладно, сейчас пробежим. Надо было не лениться, сапоги 200 йен скорости, иммунитет, ну... А, блин, ну ладно, ладно, чё уж теперь поделать. Смываться до конца игры отсюда нельзя. Ну, как бы... Это вроде как начало. Потом... Потом ещё будет... Потом ещё будет какая-то херня. Ну, сюжетная линия еще начата, мы типа на пред магом монстром. Бля, погодите, да. В натуре лабиринт какой-то. Просто огромный лабиринт. Сдохни, бля. Так, мы все не сюда, не туда. Ты можешь сюда? Ого. Так, все стеклянное. Ну, так, дамантовый шлем. Мне нахрен не нужен. Ого. Все прикосновения далеко. Походу, какой-то надо скелет нажать, да? Раз эликсир прикосновения. Конечно. Выходов-то нет. Ладно, так. А где они? Как? Все, открыл. Короче, ты походу, когда промахиваешься. Там куски эти вылазят.
конечно. Повезло. Так. Или там как, наверное, штук 4. Правильно. Жопа. Надо загружаться. Магия. Все, папа. Да, папа. Так, идем дальше. Ага, ха-ха-ха-ха. Кто там смеется? Смешные, что? О, лодочка. Ого. Так. Баню твой палаш. Камни можно набрать. Баги не берутся, а. На прикол. Так, а тут что? Я уже перевес практически. Посох электрической разгрузки. Так, ага. Хрен. Слушай, блин, я нашел такую-то просто. Роненую комнату. Тут обнаружилось просто дра. Ага, так. Одежда. Что у нас есть? Ага, шляпа. Плохо.
Зубаниту поножена я. Ага, все, воздух легче, тогда мы писаем. Все, убираемся отсюда нахрен. Так, выходим. Теперь осталось портал найти. Все части мы собрали. Явно я не туда иду, а там крыс. Куда-то сюда, да? Или чё? Куда идти-то, ребятки? Давайте сюда попробуем. Сюда. Так, и не сюда точно. Ёб твою мать. Да, а вот все, выхожу. Заблудился в гребаной пещере. Сохраняем. Ладно, пойдем, что-то там портал в горах где-то, по-моему, блядь. Здесь муравьи куда ни плюнем, везде по горе, ё-ма. Да это что тебе на? Козёль. Ты был просто настоящий козёль. Так, ну вот гора какая-то есть. Надеюсь, это наша гора. Береза или что это, блядь, она запарила же. Настройки почему-то скидываются, я не пойму. Угу.
Да откуда он появился? Ни хрена они пробивают жестко. Уже скачу. Да, жестокие пчелки. Чё, где там портал, не портал? А, на горе, а? Сучка. Поперли на гору поперли. Как я могу вообще промахиваться? Бля, меч ломается. Нечное дело не прокачан. Ужас, короче, одним словом. Одним словом ужас. Солнышко, океан. Красота какая, посмотрите. Скриншот. Шучу. Да, в свое время такая бы картинка. Да я еще до сих пор помню, как это восхищал просто. Вау, вот так вот было. Вау, такой вообще. Я сейчас хрен знает. Да. Ну сейчас нормально. Чисто по ностальгии, вон. Отдых. Часочек отдохну я. Всяких мелких животных придумали, вот даже песня. Ну, походу, это наша пещера. А, пещера телепорта, ага. Ну, заходим в нее. Записанка. Как только вы спутитесь, никто вам не сможет помочь, не рискните лезть туда без зелья падения. Идиотома. Что такое зелье? Это в натуре называется падение. Надо сделать было в 1000 раз глубже. Тысячу раз глубже. Так монетки. Я себя типа прям в грудину. Индюрили. Там плавать и там плавать. Понятно. Так, монетка. А что такое? Я думал, стрела. Сюда. О-о-о.
Понятно. Хрен какая-то, ну баха. Плыть надо вперед. Да иди там. Ну да. Бля. Давай, давай, прыгай, прыгай. Как залез. Вот нахрена. Ай, нахрена залез, брошусь. Ой, ёптать. Застрял. Ага. Даже хрен знает, что тут делать. Чудовище! Ну ладно, чудовище мы заколбасили. Походу, какая-то хрень. Ладно, сохранимся, потом продолжим с этого места. Все равно, что уже до хера, наверное, запись прошла. Всем пока. Сохраняюсь. И выключаю.